Дорога народ, вы смотрите на Caro Drive 769 улица. Это на нашей улице такой стоит такой же Forplex, как у всех, просто он очень кастом. Во-первых, что здесь уникально, это мы видим лестницу, камин, как не у всех, частная laundry room, вход для котика или собачки, раковина, то есть такая комнатка, где laundry. Здесь жил... Пойдем на второй этаж, лофт. Здесь жил когда-то дедушка, сто лет, ему 100 лет, он был президент ассоциации этих всех домиков. Сейчас президент ассоциации живет в том углу, у него тоже такой же, похожий, только у него с 2 квартир один сделан. И он ассоциации руководит за порядком здесь и бассейном, которого он там находится. Здесь вот... Вот это лофт, вот живет борода Channel, Дмитрий. Я живу вот возле той пальмы. Это типа такой зал, можно сказать. Здесь может быть игровая комната. Вот это мастер бедрум, да. Что-то интересно. А, вам постучали, вы можете с ними поговорить, кто там, и открыть им ворота, нажать код. Вот это интересно, что здесь? Сейф. Какой-то ключик. Типа сейф какой-то. Для документов. Что мы видим здесь? Здесь двор соседей. Вот walk-in closet. Да, да, да. Здесь closet довольно большой, как не у всех. То есть я этой квартиры не узнаю. То есть ее очень сильно скастомизировали. Вот как выглядит ванна. Это, наверное, пластмассовый гранит, не настоящий. С этими ручками видно, здесь жил старичок. Для пожилых людей сделан. В общем, такой spacious, большой, много места. Не знаю, вам видно, не видно. Вот мастер. О, здесь есть выход на чердак еще. Не знаю, если что-то кому-то видно, но там чердак, и можно туда сторож слаживать все, что угодно. И прятаться в случае войны. Сейчас мы видим один bedroom, мы пойдемте в другую комнату. То есть это мы увидели master bedroom и loft. Такое комната. А вот гостиная комната. А довольно огромная, обширная. И пойдем в другую комнату. Вот closet. А нет, это хитер. Это одна наверху, одна здесь внизу. Еще одна кладовка. Вот. А вот маленькая комната для детей. Вот маленькая. И, кстати, у нее есть свой туалет. А мне кажется, это даже общий туалет. Это для вообще для всего. Для всего первого. Вот здесь вот душ. Туалет. Это душевая. Угу. Вот спальня. Ой, клозет. Вот и смотрим на кухню. Кухня с интересным таким голубым покрытием, плитка. Видно, что она еще времен, наверное, 80-х стиль. Зато прикольные, модерные. Да, appliance и плита довольно новые, современные. Микроволновка включена. Да. Да, плитка есть что-то подкоцано. Вот видно. This is from 80s something, right? Oh yeah. Есть стиральная washer машина. Работает. Здесь плит. Это. Не, это линолеум. Вот здесь. Надо им сделать, не хватает. Окей, я это выключу свет здесь. В общем, друзья, это квартира. Центральный кондиционер центр. Вот это меня прикалывает на самом деле. У раковины номер. Просто в зале раковина. Столько места, я не знаю, видно или не видно. Очень много места. Давайте посмотрим, что во дворике. Во дворике такая романтика.
private desk. Besides, this is all theirs. So this is the whole, whole side is the owner's. This is belong to whoever has that. Plus has a RV access. Beautiful. That's the garage in here. Вот это весь заезд хозяин, для хозяина, который будет жить. Сюда может заезжать машина или даже RV, дом на колесах такой огромный. Это все к ней относится. И access к гаражу. А я не вижу, ты покажи мне, какой там ящик. By the way, I found some little key by the safe in the master bedroom on the floor. The small ones? Gold color, yeah. Oh, this one on the stand. I put it next to the safe. Fine. Yeah. So this is. В общем, друзья, соседи обычные форплексы, как у всех. Вот тут трешка. Сзади гараж именно ваш, а там с другого сзади. Там вроде бы. By the way, Jim, what's the next? What's the neighbor? Is he one bedroom or two bedroom? The one bedroom is upstairs. So there is only two apartments in this building. There's two apartments open. No, there's four. Oh, really? How do they fit in this? It's on the other side. Crazy. There's four. There's one here, and there's one right next door. So it's a fourplex. And there's two upstairs. This is so custom. I got used to normal like layout. В общем, so this is a real fourplex, настоящий фourplex. Здесь вот эта вся квартира для одного, и там еще three more residents. And available. Oh, there's another vlogger, Dima. Yeah. He's showing. He has 13,000 subscribers. And here. А он настоящий блогер, Дима. Блогер. Все, идем посмотрим.